В воскресенье в Тирасполе прошел фестиваль уличной культуры и спорта. До вечера в Екатерининском парке показывали трюки на роллер-дроме, рисовали граффити и скетчи, танцевали и соревновались в воркауте. В скейт-парке Тирасполя теперь есть вот такой шедевр. Стену на роллер-дроме расписывали днем, пока шел фестиваль уличной культуры и спорта. Теперь в Тирасполе есть кота-робот на скейтборде с краской и валиком, как участники фестиваля. Пока уличные художники из группы «Белые тигры» рисовали кота-робота, в скейт-парке выполняли трюки на велосипедах, скейтбордах и самокатах. Организатор фестиваля – Федерация скейтбординга Приднестровья. Атмосфера. Очень понравилось, что ребята приехали с разных вообще мест, с Днестровска, с Сукли, с Бендер. Было реально очень круто. Во-вторых, я хотел, чтобы все мы собрались в одном месте. И это получилось, и атмосфера от этого только была лучше и лучше. А в беседке возле футбольного поля устроили скетч-баттл. Это как граффити, только рисунок на бумаге. Задача была нарисовать фломастерами миллионы лет нашей эры, то есть все, что создал человек за это время. Весь фестиваль снимала команда фотографов, операторов и клипмейкеров. Все выкладывали в соцсети и мессенджеры. Участники тоже делились сторисами в Инстаграме. В этом году в фестивале участвовали и дети, и подростки. Раньше принимать участие могли только те, кому есть уже 16. Победители во всех направлениях смогут поучаствовать в международном конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Финал будет в Ставрополе с 17 по 20 августа. Наши победители тоже поедут туда, если накопят деньги на билеты. Алина Ганган, Леонид Мастак, ТСВ.